Добрый день. Мы сегодня действительно говорили о проблеме синдрома сухого глаза, причем больше даже не о клинике этого состояния, поскольку клиническая картина, диагностика уже достаточно избитая тема, уже достаточно популярная тема. Сегодня мы говорили о некоторых тонкостях консервативной терапии таких пациентов. Но в частности, речь шла об осмопротекции, которая, как оказалось, очень необходима в лечении таких пациентов. Речь шла о лечении воспаления, вторичного воспаления при синдроме сухого глаза с помощью различных препаратов, ориентированных именно на купирование вот этих вот признаков и проявлений синдрома сухого глаза. В целом встреча показалась, в общем-то, достаточно конструктивной. Ну и будем надеяться, что это не последнее такое мероприятие. Спасибо.